Безопасность детей превыше всего. В столице республики продолжается установка камер внутреннего видеонаблюдения в детских садах. Оценить преимущества работы такого оборудования смогла и наша съемочная группа. Наталья со спокойной душой провожает своего ребенка в детский сад. Ведь в любой момент она может посмотреть, чем занят ее сын. В их детском саду уже год работают внутренние камеры видеонаблюдения. Хочется посмотреть на новые занятия. Каждый день занятия новые. Бассейн, английский. Они занимаются чтением, все изучают, все познают. Практически каждый день мы заглядываем. Или папа, или бабушка, или сестра старшая. Мы все в курсе, что и где с нашим, что происходит с нашим Гордеем и где он в течение дня. Узнать и посмотреть, что же делают малыши, могут все родители в режиме онлайн с помощью специальной программы. Видеокамеры установлены во всех группах и кабинетах для занятий. Для тех родителей, кто в течение дня не проследил за своим ребенком, существует архив видеозаписей. Мы по инициативе родителей совместно с родительским комитетом, то есть решили их установить в детском саду для выяснения недоразумений. А также детский сад – это открытая система, и мы открыты для всех своих родителей. Безопасность детей дошкольных учреждений – это одна из приоритетных задач и направлений у руководства республики. В 2014 году стартовал у нас проект «Безопасный детский сад», где руководство подходит комплексно к этой проблеме и задаче. Это начиная от шлагбаумов, от уличного освещения, от асфальтного покрытия и до видеонаблюдения. Камеры внутреннего наблюдения еще только начали устанавливать. Они есть пока в двух детских садах. В перспективе же должны быть везде. В столичном управлении образования уверены, что это тот самый случай, когда цель оправдывает средства. Татьяна Леонтьева, Расиль Мухаметов, Республика. Камера.